В Одинцово Экспо открылась ярмарка выходного дня. С 4 по 6 июня свою продукцию представляют производители из разных регионов страны. Товары для детей, обувь, одежда из хлопка и льна, сумки и шляпки. Все, чтобы одинцовские модницы великолепно выглядели в этом сезоне. Компания «Маэстро Снов» вновь радует покупателей. Линейка домашнего текстиля отшивается в Ликино и уже не первый год восхищает покупателей высоким качеством. Постельное белье, пледы, подушки. По соседству расположился стенд настроения, солнцезащитные очки, головные уборы для прогулок не только в городе, но и под палящим солнцем морского побережья. Большая коллекция от шляпок до кепок. Иваново славится трикотажем. На стенде представлены гобелен, батик, ручная работа и авторский дизайн. Эти вещи – настоящее произведение искусства. Лето, а значит, многие уезжают за город, оставляя свои квартиры. Тем, кто волнуется за сохранность имущества, компания «Гольфстрим» предлагает умные охранные системы для дома. Специалисты ответят на все ваши вопросы. Выставка продлится до 6 июня. Побалуйте себя товарами отечественного производства по доступным ценам. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».